Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу о автономности iOS 13.7. Прошло уже более достаточно времени. Я зарядил устройство, по-моему, дозарядил после этого обновления, как я вам показал, саму iOS в 1:18. Сейчас у нас 20:08 и у меня 65%. Активность была достаточно нормальная. Я пользовался всеми мессенджерами, сидел в Instagram, переписывался в Viber, сидел в YouTube, видео смотрел, то есть пользовался полноценно, нагружал достаточно, то есть выходил днем, включал яркость на нормальную, переключался на сотовые данные, всегда был подключен к интернету, никаких фризов не наблюдается, никаких багов я также не видел, то есть система полноценно работает, очень быстрая. Синтетические тесты также показали, что показатели намного выше, чем iOS 13.6.1 и 13.6 также. И батарейка наконец-то, как по моему мнению, очень стабильная за долгое время. Я таких показателей еще не видел, она очень быстрая. Даже в энергосберегающем режиме я всегда пользуюсь, и у меня вот такой вот показатель. Мне она очень понравилась, очень классная. Haptic Touch быстро отзывается, но у меня и 3D Touch есть, как бы, ну... У меня нареканий лично нету. К обновлению, конечно же, рекомендую. Обновляйтесь, кто еще не обновился. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!